Всем привет. Иду с работы. Сегодня суббота вечер. Настроение отвратительное. Даже мой веселый друг не смог мне его поднять. Сейчас пойду куплю вкусненький сыр в магазине. И пойду домой. Расскажу, что я там буду делать. У нас сегодня мороз. Хотя до этого была плюсовая. Снежок выпал, сейчас идет. А у меня, короче, траблы на траблах. Приду домой, расскажу. А завтра у меня выходной. Короче, впереди два выходных. Завтра спортзал. Девочки не смогут. Ну, я, получается, хожу в спортзал с девчонкой. Но она завтра не сможет. Поэтому я упала на хвост знакомому. Он завтра, я знаю, что он пойдет. И ну, у нас один тренинг, попросила с ним вместе, чтобы у нас была тренировка. Как раз у нас будет один день, по-моему, ног. Вот. Надеюсь, что мне после тренировки завтра полегчает. Сколько пока настроения вообще нету. В общем, какой прикол. Я постирала вот эту свою знаменитую оранжевую куртку, засунула ее в стиралку. Все как на бирке написано было. Вот этой бирке. 30 градусов. Еще поставила предварительное отмачивание. Даже еще мокрое где-то. Отстиралась она, конечно, хреново. Не все отстирано даже. Ну, это полбеды. Но у меня немножко кое-где сбился пух. А в частности, вот тут. И сейчас надо будет это все мне разбивать. Я видела лайфхак. Делать вот так вот. Бьют тремпелем. Второй трабл случился с вот этими угами. Ну, я предполагала, что он случится, просто не знала, когда. Сейчас возьму сушки для обуви. Покажу. В общем, у меня вот здесь начало прорываться. Сейчас покажу. Начал прорываться ботиночек. На каком-то... Наверное, не на этом. Вот. Начал прорываться. Вот видите, протираться. По факту их можно сдать по акту рекламации. Но это, блин, это долго ждать, пока вернут деньги. И плюс мне ходить будет не в чем. Поэтому я решила сходить, сносить их в ремонт. Что там скажешь? Если починят, склеят как-то их, то доношу, а потом просто выброшу. Если нет, отправлю по акту рекламации и все. Неудобно. Теперь приходится ходить в белых, а они немножко скользковаты. Так что жду скорее весны, чтобы уже не ходить в этом все. Теперь придется идти в услуги вот эти отдавать, чтобы их доделывали. Знаете, это становится уже какой-то традицией начинать ложики с этого места у окна. Сегодня суббота, первый день моего двухдневного выходного. Я ничего не планировала, кроме того, что сегодня иду в зал вечером, 4 часа, сейчас 12. Недавно встала, сделала масочку, скрабик, помыла волосы. Сегодня у меня пробила на чистоту. Сейчас я покушаю и хочу прибраться в комнате. И хочу убраться в ванной. Вот такие у меня планы. Потом нужно будет еще выбрать, чем я пойду в зал, чем я буду заниматься. И плюс я сегодня хочу сделать фоточек для поста в Инстаграме. И в принципе все. Еще надо будет перед залом забежать в ветаптеку и в монобанковский терминал положить денежку на карту. Вот, а вечером уже что захочется, то я буду делать. Вот такие у меня сегодня планы. Так что сейчас буду убирать. Вчера, кстати, куртку я вам показала, как я ее, как это сказать, сделала. Потом повесила ее на батарею, чтобы она досохла. Все равно еще немножко не досохла, но померила, вроде нормально. Попробую сегодня в ней сходить, посмотрю, как это все будет по ощущениям. И легла выводить видео и уснула. Мама в 3 часа ночи пришла, выключила ноутбук, я перелегла.
И ни зубы не почистила, не умылась, поэтому сегодня у меня с утра были все такие жесткие процедуры. Достала свою электрощетку, зубы почистила хорошо, ирригатор, все как надо. Вот так. Так что пойду кушать и буду потихонечку делать дела, чтобы успеть все и не спешить. Жестко сегодня, конечно, позанимались. У меня вот такая сегодня красотка. Сейчас свесим, сколько я вешу. Интересно. 70. Смотрите, какой лед. Плюс идет дождь. Просто скользота, наверное. Это жесть. Я иду домой. После тренировочки, как всегда, меня не видно. Было плохое настроение, но тренер и групповое занятие меня поправили. Сегодня был день ног, ноги болят пока что. Не видно меня, ну ладно. Еще раз убеждаю, что зал это мое. Сегодня вообще не хотелось идти. Казалось, что не хочу, плохо себя чувствую. Но ни хрена. На среду уже записались. У нас будет уже групповой из 3 человек. Я очень довольна и рада. Так что иду домой. Не знаю, чем сейчас займусь. Может, уже спать лягу. Но в душик надо сходить. Сегодня хорошо, проблема.